Поля, ты человек или скелет? Или пакет? Ну, я могу сказать. Я наполовину скелет и человек. Кому интересно, почему, могу потом объяснить. Вкратце, я гибрид. Кто поймет, то поймет. Кстати, если ты снова скажешь, что я пакет, я тебя просто прибью. Я надеюсь, что ты это понял. Приступим к ответу другого вопроса. Крип, ты целовался со Скорпом? Я вам что, на гея похож? Нет, конечно. Зачем мне целовать скелеты, если у меня нет губ? Поля, ты любишь горячих скелетов? Горячих скелетов? Ну, можно сказать, что да. Но это секрет, это между нами, пожалуйста. Поля, твой любимый цвет и фильм? Мой любимый цвет — голубой. Извини, любимого фильма нету. Ларри, чай или кофе? Чем любишь заниматься? Кофе. Но люблю всем мешать и портить жизнь. Ребят, я извиняюсь, что очень мало Аска вышла, и я ничего ни на вопрос не ответила. Короче, почему я не ответила? Потому что уже один человек спрашивает, где Аска, и, блин, что-то от него хана не хочется получить, так что как-то так. В следующей части Аска побольше будет, так что могу сказать, можете под этим еще Аскам задать вопрос, я не против, я сразу все это сделаю, да, вот. Кассы, ждите еще один Аск, и ближайший через неделю, и больше. Как-то так, спасибо, что посмотрели Аск, и всем пока.